обычно начинается путешествие, да, с того, как ты да, попасть. То есть на самом деле отношения Непала, Индии, Тибета, самое ну, в финансовом отношении, да, такая напряженная часть, это перелет. Вот, потому что ну, в отношении Непала, когда ты туда прилетел, дальше уже все дешево, классно и вообще замечательно. Вот. Перелет туда стоит ну, в районе 700-800 долларов, если не искать какие-то варианты. Вот. Ну, я их обычно не ищу, потому что у меня там все жестко, вот такого вот такое, никак иначе. Вот. Но на самом деле, если не ставят себя в такие жесткие рамки, люди все-таки более свободные, вот, можно находить гораздо более удобные ну, финансовые отношения, варианты перелета. Мы в прошлом году ходили по Крыму, там это организация «Хочу в поход», кажется, называется. Вот. И они меня там куда-то к себе занесли, и теперь периодически мне присылают всякие новости. Вот. В том числе они мне прислали, может быть, где-то в марте сообщение о том, что вот есть билеты там, в Катманду и еще куда-то, и там была цена уже в районе 300 долларов. То есть такие варианты тоже есть, ну, если уже этой целью задаться, то их можно найти. А вот, летают туда, ну, в основном турецкие авиалинии с пересадкой в Стамбуле и арабские авиалинии с пересадкой в Шарджу. Арабские авиалинии, ну, лучше в том плане, что там билет можно обменять. То есть если взял билет, а потом приехал передумал, можно вернуть как бы билет обратно, деньги зачислятся на ваш счет в рамках этой Air Arabia, и вы в течение года можете взять другой билет, даже в другое место на эти же деньги. Вот, очень удобно. Ну, потому что вот в том году, когда мы взлетели в Непал, у нас вообще была конечная цель попасть в Сибирь, но в последний момент нам не дали фармит. Вот, и те люди, которые летели через Air Arabia, смогли уже на месте эту ситуацию разрулить, там поменять билеты, и ничего дополнительно не трогать. Вот, но у нас был билет до Катманду и обратно тоже из Катманду, и Air Arabia, которые билеты не меняют, в общем, пришлось следовать их правилам игры, но в конечном итоге это все равно оказалось здорово. Вот, то есть вообще-то путешествие по Непалу сложилось неожиданно, потому что основной целью, как я уже говорила, было попасть в Тибет. Ну, те, кто интересуется Тибетом, возможно, знают, что для того, чтобы туда попасть, нужно кормить с китайской стороны, которая, это, ну, там, вот эта рулетка. Они хотят дадут, хотят не дадут, хотят дадут, потом закроют. Все это решается в последний момент. Вот. В общем, Тибет – это отдельная история. Но мы прилетели в Непал с тем, чтобы дальше ехать в Тибет. Вот. Но когда там нам сказали, что все, кормитов Тибет не будет, мы уже на месте выбрали вот этот тур королевства Ломантан. Ну, почему именно этот? Это королевство, я буду о нем позже подробнее говорить, оно вот действительно не тронутая культура Тибета, такая, как она там была до того, как Китай, Тибет, скажем так, включил свой состав. Ну, хорошо, это и плохо, это отдельная история. Все отрицает опыт, но так или иначе, в самом Тибете культура совершенно не та, это обычный Китай, супермаркеты, с этими неоновыми огоньками, с китайскими флагами, все, а Тибета там ничего не осталось. Вот. А вот эта горная часть Непала, которая, собственно, расположена в Гималаях и называется Королевство Ломантан, в ней вот каким-то чудесным образом люди продолжают жить вот в тех традициях, в тех обычаях, которые были в Тибете, ну, не знаю, 100 лет назад, а может быть и больше. Вот. И нам повезло, в общем, все это увидеть. Да, это королевство действительно было закрыто для европейцев до 1991 года. А по той причине, что ну, после того, как Китай захватил Тибет где-то в 50-х годах, ну, далеко не все в Тибете, да, были счастливы, там было движение сопротивления сначала в самом Тибете, ну, которое китайская армия достаточно жестко подавила. Вот. И это движение сопротивления вытеснилось вот как раз на территории этого королевства, потому что оно находится в горах, там есть партизаны, где развернуться. Ты они там находились, это же как раз на границе с Тибетом, вот, и они
там оттуда приходили в Тибет бороться с китайскими властями. Вот. Это когда продолжалось, ну, 50-х годов, 70-х годов, когда Далай-Лама просто силой своего авторитета обратился к этим партизанам, ну, и сказал, что ваша борьба, ну, она бессмысленна, она приводит к человеческим жертвам с вашей стороны и с китайской стороны, ну, и не имеет каких-то положительных результатов. Вот. И эти партизаны, ну, Далай-Лама, да, он стоит духовный лидер для людей в Тибете, вот эти люди, которые 20 лет посвятили партизанской борьбе, сложили оружие, ну, большинство из них били, ну, разошлись по Непалу, там поселились поселения для беженцев, там и остались. Вот. Ну, а теперь, собственно, касательно Непала. Значит, прилетаешь в аэропорт, визу заранее делать не надо, вот это тоже дополнительный положительный момент, то есть если там на Китае, в Индии и так далее, нужно заранее оформлять визу, причем она не дешевая, то здесь все оформляется на месте. То есть все, что нужно иметь, это фотографии, нужно в аэропорту сфотографироваться. Вот. И также в аэропорту находится, ну, некий чиновник, который паспорт ставит печать о том, что ты можешь находиться здесь. Там, по-моему, здесь виза до 2 недель, она чуть дешевле, и виза больше 2 недель, она чуть дороже. Ну, на самом деле, там все это очень мягко. То есть если ты оформил визу там, на 2 недели, а потом остался больше, это не значит, что у тебя там будут проблемы. Ты просто вылетаешь из аэропорта, ну, там тебе сделают замечание, может быть, какой-то небольшой штраф. Ну, в принципе, они такие очень мягкие, очень спокойные. Вплоть до того, что я прилетела в аэропорт, у меня там какая-то фотография останется в багаже, как-то я про это дело забыла, уже покажу, ну, туда, где нужно визу получать. И тут понимаешь, что у меня фотографии нет. Паспорт, пойдите там где-то в багаж, поищите, потом сюда вернетесь. То есть по сравнению с таможенным и всяким прочим паспортным контролем других аэропортов, все просто вот это всякие коридоры, ленточки, только туда и больше никуда, там все очень так человечно и очень классно. Вот. В отношении языка, ну, большинство населения, причем в таких глухих районах, говорит на английском. Где-то лучше, где-то хуже, но во всяком случае понять их вполне можно, и они тебя понимают. Опять же, туристический бизнес – это, наверное, один из основных видов бизнеса для Непала. Ну, не основных, но важных, да? И они под это подстраиваются. То есть они учат английский, они как-то, ну, учатся хорошо относиться к людям. Ну, хотя, я думаю, хорошее отношение к людям – это не часть бизнеса, это часть просто культуры и мировоззрения, то есть они очень классные, открытые, дружелюбные. Ну вот действительно, если человек, скажем, у него какой-то стресс, что там все люди, там, не знаю, враги, конкуренты какие-то не очень хорошие, то попадая в Непал, вот это внутреннее состояние меняется. Там люди, ну вот ты заходишь в какую-то, ну, лавочку, там очень много, они дешевые, ты, может, даже ничего не купишь, но продавец, он готов с тобой поговорить, там тебе рассказать какие-то местные обычаи, там рассказать свою жизнь, посоветовать, куда тебе пойти, какой трекинг там, или где тебе пообедать, ну, то есть просто супер люди, очень классно с ними общаться, и очень жаль, что сейчас у них, ну, действительно, там не очень хорошо. Вот, значит, да, прилетели в аэропорт, купили эту визу, она там что-то в районе 30 или $35 стоит. Вот, опять же, там никаких очередей, там такой маленький этот аэропорт, не знаю, по сравнению вот с аэропортом Индираганди, который в Дели, там вообще крошечный какой-то, там никакой кучи терминалов, ну, прилетел самолетик, как все вышли, пошли, визы получили и разошлись дальше. А вот аэропорт находится, ну, в принципе, далеко от Катманду, ну, в смысле, пешком не дойдешь, ехать, ну, может, там минут 30. Там куча такси, которые, конечно, зазывают, все такое. Вот, ходят рейсовые автобусы. У них есть расписание, они его плюс-минус соблюдают, ну, ночью они не ходят, а так в течение дня можно уехать. Вот, приезжает автобус уже, собственно, в Катманду, и там нужно решать, а где же разместиться. Там огромное количество всяких хостелов, в том числе очень недорогие
ну, это, ладно, просматривать еще раз цену, там от 3 евро можно найти себе жилье, ну и вполне себе такое приличное. Ну, опять же, смотря кому что надо, если кто-то рассчитывает там на кондиционеры, на там, спутниковое телевидение, чего-то еще, то, возможно, это будет пугаться цена. Если нужно просто, чтобы была комната, душ, там, не знаю, кровать и завтрак, то все это решается достаточно просто. Вот. Причем можно бронировать через интернет, можно приехать уже там на месте, найти, собственно, куда пойти, куда податься. Вот. Ну, я знаю, что там есть два основных района, в которых вот такое недорогое жилье. Значит, это один район, это Дурбар-сквер, ну, рядом с Дурбар-сквер, называется Тамиль. Вот. То есть это именно такой, ну, если кто был в Индии, там есть Мейн-базар, да, это тоже такой райончик, и куча-куча всяких лавочек, и куча недорогих гестхаусов. Вот примерно такой же Тамиль в Непале, только он гораздо чище, как-то гораздо аккуратнее и приятнее. Ну, то есть там все, еда, товары, и одежда. А, да, кстати, вот что там хорошо, там огромное количество всякого трекингового снаряжения. То есть там непромокаемые, непромокаемые куртки, ботинки, перчатки, вот эти трекинговые палки, рюкзаки. И оно реально дешевле, чем в Украине. Ну, по крайней мере, вот год назад, когда курс был еще 8, то то, что люди купили в Украине, они потом очень сожалели, что они потратили на это кучу денег, и все же самое можно купить, ну, там, в 2-3 раза дешевле. Тамиль. Ну, Дурбар-сквер, это Дворцовая площадь, рядом с ней район Тамиль. Это не Пали, да? Да, это в Катманду именно. Вот. Значит, другое место, где тоже можно жить, это в районе Стуцы под Дана. Сейчас я попробую открыть эту папочку. Да. Значит, есть вот там такая совершенно замечательная ступа, сейчас на ней будет чуть-чуть подробнее. Вот, и в районе этой ступы там тоже есть вот ряд гостиниц, более того, там даже есть монастырь буддийский, вот, который предоставляет место, ну, для проживания. То есть не обязательно быть буддистом, не обязательно быть паломником, там просто шикарная территория, там цветы, там очень красиво, очень как просто приятно находиться, вот, и там же можно жить, там же они предлагают питание вегетарианское, ну, может, не только, но вегетарианское точно предлагают. Вот, то есть в районе вот этой ступы Богданат тоже можно расположиться. Вот, это с районом более спокойным по сравнению с Тамилом. Здесь как-то, ну вот, потому что ступа, ну, она сама по себе, да, определяет, ну, характер того, что будет происходить вокруг нее. Вот, она вот такая, на самом деле, огромная, то есть это такая площадь, и на ней стоит вот эта ступа. Она очень значимая, потому что, ну, да, раньше, да, вот торговый путь из Тибета в Индию происходил через Непал, и вот тибетцы, которые шли там чем-то торговать, они ходили в Катманду, и вот это было первое, ну, место, куда они попадали. Вот, соответственно, в таком буддийском стиле построена эта ступа. Значит, у нее есть основание, такое прямоугольное, которое символизирует землю, вот этот купол, который символизирует воду, вот тут вот глаза Будды, которые смотрят в четырех направлениях, вот этот вот шпиль, тут 13 ступеней, как это, ну, опять же, буддийское понятие, 13 этапов на пути просветления. И там вверху зонтик, который символизирует воздух, и вверху еще вот что-то, это символизирует эфир. Ну, не столь важно, но вот зачастую, когда европейцы смотрят на эти ступы, у них первый вопрос, а почему она такая? А что это значит? Ну, вот я тоже этим вопросом задалась и решила посмотреть. Вот, она такая многоэтажная, тут даже, походу, по второму этажу ходят люди. Да, вот такие традиционные столики, на которых сидят
какие-то представители, даже сложно сказать, кто это именно, без глубокого изучения вот этого этноса. На самом деле, когда же на фотках будет, если вы попадете, вы увидите там огромное количество вот таких каких-то фигурок, все из них что-то значат. То есть какие-то из них мы уже там узнаем с первого взгляда, там тот же Ганеша в виде слоника, тот же Хануман, летающая обезьяна, известный круг Рамы, если кто-то читал, или слышал Рамаяму. Вот. Но кроме этого есть масса других персонажей. Вот. Они классные, смотреть на них приятно, но тоже знать всех, наверное, надо специально этим заниматься. Тут огромное количество. Они летают вокруг этой ступы, а вот это вот сама площадь, на которой она находится. Вот здесь вот развешаны тибетские флажки. Вообще эти флажки, они очень популярны, не бачат в Тибете. Вот если вы идете по Гималаям, например, попадаете на перевал, там перевалы просто затянуты этими флажками, они там висят в огромных количествах. Вот. Ну и также извешивают вот, на ступах, например, там, в пещерах, ну, в любом хорошем месте, вот, которое человек так почувствует, что ему подходит, он развешивает вот такие вот флажки. Значит, на них написаны мантры, и, ну, может быть, это возникло в тот период, когда люди были еще не сильно грамотными, ну, а может, там другие соображения. В общем, считается, что вот, когда ветер раскачивает эти флажки, он читает мантры, и эти мантры таким образом попадают по назначению. То есть помимо того, что люди сами все очень, ну, я бы не сказала религиозные, но скорее, ну, духовные, да, то есть это часть их жизни. Вот вокруг этой ступы любое время дня ходит вот какое-то количество человек. Вокруг нее расположены, ага, ну, прекрасные ну, подношения святого свеча. Ну, я просто, ага, ну, вот это вот. Люди местные, как они выглядят, да, вот такой голод колокольный висит. Вот. И вот, кстати, вот у них такие молитвенные барабанщики, то есть это для них нормально. Вот традиционный идет человек, крутит свой молитвенный барабанщик, читает мантру. Но кроме того, вот наступа эта вот так вот окружена тоже молитвенными барабанами, на них высечена мантра, ну, основная буддийская мантра. И люди ходят, ну, это называется город, да, ходят вокруг какого-то священного сооружения или горы по часовой стрелке. Вот, и люди ходят, значит, вокруг вот этой ступы, но чтобы ее обойти, ну, может, минуты три, если спокойно там идти, не торопясь. Вот, и они могут как ходить вообще бесчисленное число раз, ну, хотя там есть в буддизме какие-то определенные цифры, вот там три горы – это благоприятно, там 15 гор, еще сколько-то. Вот. Ну, так или иначе, вот они ходят вокруг, крутят эти барабанчики, поют мантру, и это процесс непрерывный. То есть, там, скажем, днем людей может быть меньше, вечером там вообще чуть ли не целая толпа ходит, вот. Но ходят в них все время. Вот. И причем, что ну, радует, то есть ходят не только местные, вот это какое-то такое объединение людей, когда идут, ну, скажем, пожилые непальцы, тут же идут европейцы. Тут же идут, ну, это больше дети, идут китайцы, которые туда приехали как бы на экскурсию, но тоже в это дело включились. То есть вот такая вещь, которая очень объединяет людей, да, там, независимо от их национальности, и, может быть, даже вероисповедания, потому что, ну, оно одно другому не противоречит, да, если есть какое-то сильное место, не суть важно, к какой религии оно относится. Совершенно замечательные голуби, все их кормят, они летают, они классные, очень много. Да, ну, тут предприимчивые люди сразу корм для них продают. Вот, вот такие вот они делают, ну, в Индии такие делают, да, красивые вещи из цветов, ну, в Индии это подношение божествам, ну, здесь, я думаю, это тоже подношение. Значит, вот это район, это ступы, то есть всем он хорош, что если жить в этом районе, можно, ну, там, вечером, например, приехав домой, не сразу идти как бы в номер, а вот вокруг нее еще походить в горы. Да, там, кстати, вот что замечательно, все время встречают мантры. То есть, ну, понятно, что поют, ну, не всегда живые люди, но там вокруг, да, рядом небольшой буддийский храм, и там просто запись, как у нас какой-то, не знаю, там рок или что-то еще играет. Вот у них постоянно играет мантра. Ну, очень
Это классно, не устраивает. Вот. Значит, дальше Таня тоже упоминала, что вокруг, собственно, Катманду есть и небольшие, ну, бывшие королевства, теперь они как бы небольшие городки, вот, которые можно приехать, вот, посмотреть на архитектуру, на их образ жизни. Вот одно из таких королевств – это Пхактапу. Ну, название, конечно, не выговорит, но, в принципе, если надо, можно найти и запомнить. А вот, значит, это Пхактапур, это, можно сказать, город-музей под открытым небом. То есть там вот сохранились, опять же, ну вот здесь они, может быть, сохранились более искусственно. То есть, как бы, вот оно рядом с Катманду, сюда едут туристы, ну давайте не будем ничего менять, давайте вот сделаем, как будто мы живем как 100 лет назад, чтобы все приезжали и на нас смотрели. А вот, значит, здесь тоже такая центральная площадь, вот она совершенно замечательная, вот такая вот у них архитектура, очень красиво, но, к сожалению, вот во время землетрясения, ну, много из этого пострадало, и когда будет восстановлено, сложно сказать, ну, вот, вот таким оно было. Вот, а причем тоже, это не моя идея, это в интернете ресторан, но ну, и это правда, что вот современные непальцы, когда они что-то строят, ну, это выглядит довольно примитивно, может, там дальше будет фотка, но они как вот по веревочке там камни выкладывают, ну, выглядит оно, ну, примерно как сарай каменный. Вот, поэтому, когда смотришь, что раньше они вот каким-то образом строили такие совершенно удивительные дворцы, возникает вопрос, как же они это делали, и что же с тех пор так изменилось? Ну, тут тоже какие-то существа охраняют вход. А, вот тут, я не знаю, будет ли его лучше видно, но это не видит. Ну, не важно. В общем, вот там на предыдущей фотографии сидел такой персонаж. Вот, ну, в общем, он там наверху сидел, такой весь в оранжевой одежде, с длинными волосами. Вот, значит, это
то, что можно увидеть в окрестностях Катманду. Вот, значит, рядом с Катманду есть еще один небольшой город, ну, бывшее королевство. Вот. Так, называется Патан. В этом Патане, ну, тоже огромное количество храмов, в которые можно зайти. Ну, какие-то вот, действительно можно там как бы ходить вокруг да около, пока тебя не заметила охранник и не спросила, что это ты тут ходишь. Ну, какие-то, ну, может, если ты очень себе уверен, ты все равно можешь зайти, хотя там явно стоит касса, явно проверяют билеты. Но все-таки зачастую входной билет они требуют, а внутри там за что-то дополнительно, может быть, можно не доплачивать. Вот. Вот такие вот у них церемонии. Это какой-то праздник, такие вот женщины тут что-то несут. Вот, то есть вот такие они радостные, счастливые, кстати, босиком, обратите внимание, идут, вот это они несут, ну, кого-то своего важного для них. Да, вот такие вот у них улочки, вот это моторикши, велорикши там тоже есть, насколько я помню. Вот, ну, такая богатая, классная тропическая растительность. Вот тут тоже, ну, какой-то их необычный, да, вот такая повозочка, они вяжут этот соломенный стол, высота, да, если посмотреть выше четвертого этажа. Они без всякой страховки, без ничего вот это залезли, и там его мастерят наверху. Ну, в общем, смелые люди такие и очень выносливые. Вот. Ну, тут на самом деле можно ходить с экскурсоводом, ну, это была какая-то экскурсия, просто к ней пристроилась, экскурсовод, ну, тут статуя Будды, на самом деле, даже четыре статуи, они чем-то между собой отличаются. А, ну вот это, кстати, Будда, когда он медитировал, был ливень, его змея накрыла. Ну, вот эти тоже да, какие-то моменты медитации Будды. Вот, и экскурсовод может детально вот о каждом из этих моментов рассказать, там, все объяснить. То есть экскурсий там много, ну, более того, там такие виды некоторые даже немного навязчивые. То есть ты как бы его и не спрашиваешь, он подходит с тобой, заговаривает, ну, как вот. Просто, да, вот там я рад тебя видеть и все такое, потом постепенно начинает тебе о чем-то рассказывать, если ты вовремя как бы от него не отвяжешься, он тебе в конце скажет, ну я же тебе провел экскурсию, и вот, вот сколько ты мне можешь заплатить, ну и потом вот это начинается всякая торговля. То есть тут надо понимать, что если человек проявил тебе интерес, то не всегда этот интерес бескорыстный. Вот. Ну, хотя, опять же, даже те деньги, которые они хотят, это обычно немного, ну, с нашей точки зрения. Значит, вот, это, в общем, два королевства, вот этот Бхактапур и Патан, которые находятся рядом с Катманду. Ну, в принципе, на каждое из них где-то день можно потратить, вот, просто, чтобы там побыть. Надо все это посмотреть, может быть, взять какую-то экскурсию, просто ну, как бы почувствовать, да, вот это место, в котором находишься. Так, вот тут вот фотки, собственно, гостиницы, в которой мы жили, ну, так, чтобы получить представление о каких там условиях, совершенно замечательная растительность, вот такой тут лужок, домик, то есть очень классно на самом деле. Вот это в районе вот этой статуи Боддана. Большой, круглой и красивой, вот прямо рядом с ней. То есть вот это можно просто в этот район приехать, вот так вот вокруг по улочкам походить, и жилье там обязательно найдется, то есть не обязательно там заранее его резервировать. Вот, вот это Дворцовая площадь. Ну, тут много фоток, можно так вот листать. То есть это центральная площадь Непала, которая начинала строиться еще в 12 веке, здесь был Королевский дворец, ну и вот эти всякие дворцовые постройки тут сохранили. Вот это, кстати, Хануман. Ну, может, кто знает, кто не знает, да, это в индийской мифологии такая очень значимая фигура, вот в Индии там куча его статуй, ну, вот здесь тоже он на таком высоченном столбе сидит. Вот, вот тут всякие, вот, по-моему, еще, он же
Вот, пагоды, голуби. Вот. Ну, что такое самое необычное, с моей точки зрения, вот рядом с этой Дворцовой площадью есть дворец Кумари. Вот, когда я там читала, да, что он готовилось, все дела, читала в интернете об этом, ну, я не могла поверить, что в наше время существуют такие традиции. Вот, значит, в чем состоит традиция Кумари? Это девочка маленькая, которая считается богиней. Она живет во дворце. Ну, где-то он там, вот это, кстати, может быть и он. Вот, в общем, только в этом дворце живет всю свою, ну, не всю свою жизнь, в общем, все свое детство, да, и в какие-то определенные часы выходит возле окошка, чтобы желающие могли на нее посмотреть. Периодически у них происходят, ну, некие религиозные, да, процессии, в которых она участвует, то есть, там, несут на носилках, она вся из себя очень красивая, накрашенная, нарядная, вот, то есть для них это живая богиня. Они ей, ну, не знаю, поклоняются или нет, но считается очень благоприятно вот ее увидеть. И там куча всяких календариков, открыток вот с ее изображением, ну, действительно, очень красивые лица. Вот, значит, как это происходит? То есть среди маленьких девочек вот выбирают будущую богиню. Там есть рядом, ну, вот один из них, например, девочки маленькие сидят там в темной комнате, выбегают мужчины там с головами быков, с масками, начинают танцевать какие-то страшные пляски. Вот. Ну, это девочка, которая не испугается, значит, переходит на следующий этап отбора богини. Вот. В конечном итоге они эту богиню выбирают, вот, помещают ее в этот дворец, вот, и все. То есть ребенок живет, у него нет детства в нашем понимании, нет игр, нет образования, ну, богиня и все. Вот на тебя смотрят, тебя там по улицам носят, накрашивают, там украшают. Ну, вот такая работа, быть богиней. Но если, по-моему, на всю жизнь, оно может еще и ничего. Но оно как-то считается, что вот когда, ну, девочке впервые пойдет кровь, ну, причем неважно, она там может просто пораниться. Вот, первая там потеря крови, все, она резко перестает быть богиней, ее как бы выселяют из этого дворца, платят ей государственную пенсию, вот, но она обычно не может выйти замуж, потому что у них такое поверье, что, ну, тот, кто женится на этой бывшей богине, скорости после этого умрет. Ну, то есть, с нашей точки зрения, ну, мне лично это кажется, ну, как-то, ну, настолько странно, настолько непонятно, ну, кажется, что это травмирует человека. Ну, с другой стороны, может быть, это такой путь его развития. Вот. Ну, в общем, такие необычные традиции на самом деле в мире до сих пор существуют. Вот, вот это, по-моему, статуя как раз вокруг ее дворца. Ага, вот тут вот такое огромное-огромное дерево, и под его корнями вот такой вот небольшой храм. И под деревом построенный. Вот, вот это Дворцовая площадь. Вот туда как раз можно зайти, да, вот как-то так из-за угла, походить на все на это, посмотреть. Пока тебе замечания не сделают. Ну, если сделают, можно выйти и зайти в следующий раз в другого угла. Вот. Как раз рядом с ней расположен вот этот второй туристический район Домек, в котором тоже можно селиться, ну и, соответственно, ходить на эту площадь в свободное время. Ага. Вот. Еще одно очень значимое место в Катманду – это статуя Сваямбуна. Значит, к ней ведет 365 ступеней по количеству дней в году. То есть вот такая себе лестница, но она такая значимая. То есть обычно, когда люди приезжают, чтобы потом идти в Гималайи, ну, не всегда люди подготовлены, тренированы. Да, ну вот если я, наверное, лестницу поднимусь, и вот как бы там все со мной хорошо будет, то, наверное, я и дальше смогу идти. Вот, ну, подняться несложно, вот по ступенечке идешь себе, ну, тем не менее. Вот, значит, и на верху холма находится, собственно, вот эта вот еще одна ступа. Значит, про нее есть такая легенда, ну, может, не совсем легенда. Вот, значит, считается, что раньше вот, в долине Катманду было озеро. И посередине этого озера был красивый цветок лотоса, вот такой весь из себя замечательный, но людей же не было, только озеро – это цветок.
и подписался мудрости Манджушри. Когда-то пролетал над этим озером, видел цветок и думает, ну вот что ж он тут зря пропадает, такая красота. Сделаю я, чтобы он был доступен всем людям. И он своим мечом разрубил горы, вода вытекла из озера, появилась долина Катманду. Вот, а в том месте, где был этот кристальный цветок лотоса, вот, получился холм, и на нем, собственно, вот эта вот ступа. А вот, почему, может быть, это не совсем легенда? Потому что есть, ну, научные подтверждения, что действительно раньше в этой долине было озеро. А вот, ну, хоть это, все это правда, может, какие-то просветленные люди и знают. Кстати, по еще одной легенде, вот внутри этого холма находятся пещеры, которые... Да, в состоянии самадхи, предыдущие учителя человечества находятся и продолжают медитировать. Вот они точно знают, как оно там было. Вот, вот такой вид этого холма. То есть, если бы не Катманду, это, ну, такое место, куда вы обязательно попадете, да, потому что вам обязательно посоветуют, скажут, что вот сюда нужно попасть. То есть отсюда совершенно замечательный вид на горы. Да, то есть это школа, но наверху, и вот это все домики, всю долину очень хорошо видно. Вот. А еще тут живет огромное количество обезьян, сейчас он не будет. Они очень милые, очень славные, и игривые, лазят по всем этим постройкам. Ну и в то же время они такие, достаточно активные. Там было кафе, вот люди что-то заказали, там поставили на столик, пока они там что-то отошли, обезьянки уже прибежали и часть их еды съели. И вообще там так сидишь, что-то ешь, они так подходят и, в общем, дают понять, что они тоже не против, чтобы их покормили. Вот. Ну а вообще они милые и славные. Мы обезьяну наблюдали, она сидит кушает. А вот, значит, ну это то, что мне удалось увидеть, собственно, в Катманду. Вот, а дальше у нас была цель попасть в это королевство Ловантау. Оно находится достаточно далеко. Вот, то есть нужно из Катманду сначала ехать в Конкору, доехать часов 6. Ну, дорога горная, такая с серпантином, но в принципе на таком туристическом автобусе совершенно спокойно, совершенно никаких мыслей не возникает, что это небезопасно. А вот. Значит, ну тут буквально несколько ходок по этой дороге. А, ну да, просто поскольку автобус идет довольно долго, он там пару раз останавливается, чтобы люди могли перекусить и отдохнуть. И вот такие вот у них, ну как сказать, придорожные, да, кафе. Ну какая там красота. Вот такой фонтан, лилии, вот такая растительность, то есть очень классно. А вот, значит, потом мы приехали в Конкору. Это тоже такой достаточно большой город, но он гораздо чище, чем Катманду, и вот он гораздо приятнее. Потому что в Катманду, ну вот, несмотря, да, на все там ступы, на то, что там это здорово, но там есть такая проблема, там очень грязный воздух. То есть меня это поразило, ну, казалось бы, Гималайи, да, вообще там крыша мира, чистота, ничего подобного. Там такой смог, что когда вот с этой, ну, ступ своя луна смотришь как бы на город, буквально видно, что город, вот он весь затянут такой какой-то дымкой, и местные люди там ходят в масках. То есть вот реально большинство людей, они такие магниевые повязки, вот просто, чтобы хоть как-то фильтровался воздух, не дышать вот этой гадью. Вот, ну, вообще, конечно, это потрясало. Как удалось загрязнить такой город, который в таком чистом месте находится, ну, это видно. Вот. А в Конкоре в этом плане, ну, гораздо легче. Там меньше транспорта, там воздух чище, город ближе. А вот, значит, там есть озеро. Феволы, по-моему, называется. Ну, в общем, оно там большое, если туда попасть, то на озеро обязательно попадешь. А вот. Тут куча тоже всяких хостелов, там вдоль озера идет целая линия магазинов. Вот, потому что там... Вот, потому что Конкора является, ну, таким перевалочным пунктом, через который идут большинство трекингов. То есть трекингов там на самом деле много. Там вот есть трекинг на Курнарау. Это еще
В общем, там много вот и много трекингов. Но все эти трекинги так или иначе идут через Бога, да, потому что, ну, Катманду в долине, а Бога уже ближе к горам. Вот. И там огромное количество туристов из разных стран. Вот кто-то уже спустился в гору, кто-то только поднимается. Ну, в общем, такое очень приятное место в отношении людей, которые там находятся тоже. Вот. Значит, вот в этой похоре есть вот такая вот белая, называется статуя мира. Вот. Значит, ну, ее история. Был такой, может, и сейчас есть, буддийский монах, насколько я помню, он из Японии. Вот. И после общения с Махатма Ганди он решил пропагандировать идею ненасилия. Вот. И пропагандировать ее он решил путем вот построения таких вот белых ступ. Она очень красивая внутри. Она, наверное, там потом будет еще дальше. Вот. В общем, по всему миру он строит эти белые ступы. Он начал с Хиросимы и Нагасаки, ну, память вот событий, которые там были. Вот. И потом вот в разных странах он как-то продвигает проект, чтобы вот эту ступу построили. Ну, наверное, дальше будет там изображение Будды внутри нее. Вот просто стоит такая ступа на холме, чтобы люди на нее посмотрели и задумались о том, что мир он, да? Не такой уж он и большой, и все более и более тесно связан между собой, и лучше жить в мире, чем наоборот. А вот, ну, фото как раз наводим, да, на тему еды. Еда там тут просто потрясающая. То есть там представлена и непальская кухня, и индийская кухня. Ну и понятно, они подстраиваются под европейцев, там можно купить какие-то обычные там сэндвичи и овсянку. Вот, то есть выбор огромный. Цены, ну, опять же, по курсу, который был тогда, ну, скажем, если там обычно покушать, это гривен на 50. Если там взять и то, и другое, и третье, еще и банана ласси, то, ну, гривен на 100. Вот, опять же, ну, если там экономить, то можно покупать фрукты, которые стоят дешевле, чем у нас, и вообще быть очень счастливым, и все, и твой организм очищает. Вот, вот такой у них коктейль. Вот это вообще классная такая кафешка, то есть из нее вид на озеро, второй или третий этаж. Вот очень классные коктейли они делают. Очень хочется попасть туда еще раз и этот коктейль попить. Вот, вот это уже берег озера. Это тоже такая буддийская традиция, складывать керамидки мани. То есть тоже в каком-то значимом месте, там, на перевалах, или просто там, где человек почувствовал, что ему хорошо, он строит вот такую вот пирамидку. Вот. Ну, опять же, одна из версий, для чего он это делает, что вот душа, когда она там освобождается от тела, ну, еще хочет какое-то время побыть на земле, вот это как бы для нее дом. Она может потом туда вернуться, ну, вот как-то в этой пирамидке побыть. То есть, если у человека есть такие пирамидки, какие-то хорошие места, вот его душе будет куда вернуться. Ну, это одна из интерпретаций, возможно, не единственная. А, ну да, вот там тоже такая традиция в Покхаре. Там есть, ну, рядом такая гора, не очень высокая, но с нее видно Покхару, видно озеро, и туда вот предлагают поехать встречать рассвет. Тоже там собирается так достаточно много людей, они все такие колоритные, веселые, встречают солнце, фотографируются. Вот оттуда такие фотки. Ну, это, наверное, индийская женщина. Вот. Вот это, собственно, солнце восходит. Ну, опять же, если там дымка, туман, то можно там не сильно этим восходом насладиться. Ну, в принципе, вот из-за горы поднимается, довольно симпатично. Вот это пицца этой горы, да, на озеро, и вот там вот Покхара находится. А вот, а дальше, ну, когда мы приехали автобусом, и наша кит, ну, кстати, украинская теточка, которая там живет, вот говорит, ну, давайте же обратно этим автобусом и поедем. А вот, то есть, ну, восход посмотрели, типа, все. А там так хорошо получилось, что, ну, девочка, с которой я была, она куда-то там пошла, и что-то ее не видно. Я говорю, ну, я пойду ее поищу. Пошла ее искать, раз, и мы находим такую тропинку, которая вот вниз, по вот этой горе, вот этому озеру. Я говорю, а что за тропинка? Может, мы спустимся лучше, чем на автобусе ехать? Ну, наша это гид украинка, а, да, ну, хотите, спускайтесь. Вот, ну, и там действительно супер оказалась тропинка, то есть мы шли по вот такому тропическому лесу. Там вот такие кактусы огромные растут, вот такие там девочки местные.
там прямо на этой горе у них там земледелие происходит, они свой цамба. То есть, ну, это по нашему ячмень, у них это называется цамба. То есть такая зерновая культура, они ее выращивают, потом толпят это зерно, из него делают муку. И вот эта цамба, это такая основная еда буддийских монахов. Вот. Значит, ну, вот на этой горе они земледелие, в том числе эту цамбу они выращивают. Вот. Ну, и вот такие там детки. Ну, что радует, вот они ходят в школу, и они уже говорят на английском. Причем, ну, вот так, что они могут общаться со взрослым человеком. То есть они могут рассказать, там, как ее зовут, там, из какой она семьи, ну, в общем, что-то о себе, да. Далеко не все наши дети, которые ходят в обычную, там, не какую-то специализированную английскую школу, да, в таком возрасте смогут уже нормально, связанно общаться на английском. Ну, вот у них это считается важным в их образовании. Вот, вот это у них такое земледелие, то есть поскольку это на склоне горы, чтобы все оно куда-то там не съезжало, они вот так вот ну, землей как-то ограждают свои участки, и тут вот все они выращивают. Ну, вот, ну вообще трудолюбивые люди, то есть в таких условиях, чтобы что-то росло, вот это они сено запасают. А вот это школа, в которую, собственно, они ходят. Там такие школьные автобусы приходят, и этих детей туда-сюда развозят. Вот. А вот так вот мы по озеру, там на озере тоже есть такой небольшой остров, на нем есть храм, вот. И вот такие лодочки, в которых туда можно приплыть. Да, все в спасательных жилетах, то есть там большинство людей не умеет плавать, поэтому неважно там плыть, я не знаю, может 5 минут, все равно спасательный жилет обязательно, и за него, по-моему, 110 рублей требуют. Вот. Ну вот это озеро, красивое, зеленое. А, вот это вот уже после храма. Ну, то есть, в принципе, ну, да, вот, то есть озеро, вот этот остров, такая вот на нем растительность и на нем храм. Это видно похорон. А, вот это местные бабушки, да, то есть там были девушки, ну, девочки, вероятно, когда время прошло, вот уже бабушки. Ну, что как бы важно, да, вот они такие же жизнерадостные, то есть, несмотря на то, что вот у них там за спиной вот висит корзина, да, вот представь, половину человеческого роста, еще и напиханная всякой травой, которую эту бабушку ну, какое-то же время у всех насобирала. И все равно она такая радостная, улыбается, веселая. Ну, правда, они каких-то денег захотели за то, что их походили. Ну, вот таким людям деньги давать, в принципе, не жалко. Потому что, ну, видят, в каких условиях они живут, и понимают, что то, что ты там один раз хорошо пообедаешь, и, может быть, на неделю этих денег хватит, в принципе, начинаешь понимать, что, наверное, им они нужны. А вот, да, вот это, собственно, это Пага де Мира. Ну, такая она вблизи. Вот. И вот здесь, ну, это изображение медитирующего Будды. Вот, в разных его состояниях. А, вот это то, что я говорила, современные мальские постройки. То есть вот так вот они строят, как-то вот подбирая камни по форме, вот так вот прокладывают, так что удивляюсь, как это держится, ну, как-то получается. А, вот. Тут продолжали идти тропические дожди, хотя вроде как не сезон дождей, но они идут, к этому надо быть готовым, даже вот если в мае там путешествуют. Ну, такие очень сильные, непродолжительные, но все очень классные, радостные. Вот, значит, это мы побыли в Похоре, и дальше нам нужно было ехать в Джонсон. Ну, Джонсон это тоже вот такой еще выше дорог, и вот обычно, ну, какие-то маршруты стартуют прямо в Похоре, и оттуда люди просто постепенно, да, своим ходом поднимаются. Вот, а какие-то, которым, ну, надо там идти дальше и выше, они, как бы, ну, людей забрасывают в этот Джонсон, и маршрут стартует уже оттуда. Вот, но с ним тут такая особенность, вообще из Похора туда летает самолет. Туда лететь ну, буквально, там, не знаю, минут 20, наверное, и 100 долларов это стоит. Ну, опять же, потому что кто-то говорит, да что мне те 100 долларов, зато я быстро доберусь, кто-то говорит, нет, я лучше поеду. Вот. Ну, у нас так получилось, что мы должны были лететь, но эти самолеты очень часто не летают, потому что там туман, плохая видимость, опять же, дождь, все, самолеты отменили, самолет не летит. И не летит он сегодня, возможно, он не полетит завтра, и вообще, когда он полетит, неизвестно. Ну, то есть это уже типичное, да, для восточных стран, ну, как бы их образ жизни, что вот нет ничего такого фиксированного.
Да, что да, как бы есть расписание, но это не значит, что по этому расписанию будет ходить транспорт. А вот. Ну, в общем, шел дождь, самолет не летел, и в результате мы стали добираться туда вот по дороге. Вот. Если добираться туда по дороге, это занимает дня два, если нормально идет транспорт. Из этой похороны надо было ехать, ну, в еще какую-то промежуточную остановку, потом там пересаживаться, ехать уже дальше до Джонсона. Вот. Тут, конечно, ну, надо или очень верить в свои силы, что ты все это как бы да, преодолеешь, либо иметь какого-то местного проводника. Но на самом деле это несложно. То есть вот пока мы ехали, мы встретили там ребят из России, встретили ребят, которые там путешествовали долго, где-то в Индии, по-моему, на Гуа, в конце концов, тоже сюда приехали. То есть, ну, если ты даже приехал туда один, это не значит, что ты все время будешь один. То есть, если тебе нужны попутчики, ты их там найдешь. Вот. Ну, и вот такой же компании, ну, как, не то, что компания, просто нам всем надо было в одно и то же место, и вот как-то мы так все вместе ехали. Вот. В общем, из Покхары доехали вот в этот очередной пункт назначения, оттуда должен был идти автобус, опять же, по расписанию. Но чудесным образом оказалось, что они до Востока. У них такое периодически бывает. Вот. То есть зероут, СБМ, все, ничего не едет, почему не едет, понять сложно. Но потом нам гид объяснил, что у них там есть вот какие-то лицензии, которые кому-то дают, кому-то не дают. В результате те, кому их не дали, ну, не могут нормально зарабатывать, их это положение вещей не устраивает, и они бастуют. Вот. Ну, то есть для них, да, это, наверное, борьба за их права, там, за справедливость и все такое. Для нас это, что вот мы приехали в какое-то непонятное селение, нам надо ехать дальше, а дальше ехать мы не можем, потому что весь транспорт стоит, то есть вот эта остановка, там, автобусная и всякие такси, вот она забита стоящими машинами, но дальше ничего не едет. И опять же, когда поедет, неизвестно. То есть вот к таким моментам, ну, в принципе, тоже надо быть готовым. Вот. Ну, опять же, поскольку нам повезло, да, и с нами были ребята из России, которые там уже не первый раз, они нашли способ договориться с водителем, чтобы он все-таки нас взял. Вот. И поехали мы дальше, уже там не в комфортабельном автобусе, а на какой-то очень-очень стрёмной машине, которая вообще непонятна, такое чувство, что она веревочками как-то в ней все завязано, чтобы она не разваливалась. Вот. И по горной дороге, ну, такой достаточно, да, вот уже, ну, не то чтобы опасная, но она узкая. И вот с одной стороны обрыв, там течет горная река, а с другой стороны гора. Вот. И по этой дороге, значит, едет вот эта вот непонятная машина. Вот. Ну, вот так или иначе, она нас благополучно довезла, а по дороге она несколько раз останавливалась. Он говорил, что что-то сломалось, начинал ее чинить. Причем тоже он открывает капот, берет какую-то деревяшку, начинает что-то там долбить. То есть вот наше представление о том, как чинят машины, они довольно сильно расходятся. Вот. Где-то были фотки этой дороги, но в конечном итоге мы приехали в Джонсон. А, кстати, это, по-моему, да, вот, то есть вот эта вот река вот такая вот вся из себя горная, с камнями очень живописная. Вот, вот эта гора, а вот это вот мы стоим, ждем, пока он там какой-то деревянной палкой чинит свою машину. Вот. Ну, то есть видно, да, что дорога достаточно узкая. Вот тут вот какие-то камни, тут какая-то растительность, вот тут он каким-то чудом едет. Вот. Вот это мы прибыли к Джонсон, наконец-то. Вот. Это тут тоже фрагмент строительства, вот как они это делают. Причем, если обратить внимание, у них в строительстве участвуют женщины. Причем задача женщин – это поспать камни. То есть вот такую корзину здоровенных каменюк она накладывает, и потом вот так вот по лесенке лезет, и мужчины потом их выкладывают. То есть вообще, ну, поражает, да, вот насколько их уровень жизни, ну, вообще способ жизни отличается от того, что принято у нас. Вот. А вот здесь у них, ну, такой пропускник, то есть для того, чтобы, ну, попасть, ну, в частности, вот это королевство Ломантан, нужны пермиты, ну, даже вообще, чтобы попасть на какой-то трейдинг, нужно оформить на него пермит. Вот, опять же, ну, как Таня правильно сказала, оформлять это лучше на месте, потому что если это оформляют заранее, ну, понятно, да, все эти агентства что-то себе накручивают,
Вот, а в самом Непале, в районе там, Дурбар-сквер, там есть достаточно много туристических агентств, и можно уже туда на месте подойти, и они вам там что хотите оформят. Могут там трекинг вокруг Анапурны, но это очень популярный трекинг и достаточно дешевый. Вот, он там, по-моему, в районе 300 долларов стоит. Вот, могут оформить там поездку в Читаван, это совершенно потрясающий, ну, зоопарк, ну, заповедник, да, где вот животные живут в своих естественных условиях, а люди там где-то бегают в тростниках, прячутся, чтобы на них носорог не напал. Ну, вот и на слонах ездят, чтобы все это посмотреть. Вот, там есть рафтинг, там есть трекинг. То есть вот это уже можно, ну, приехав туда, да, вот на месте сориентироваться, что именно вы хотите, и там же на месте его купить. Более того, можно его не покупать. Скажем, тот же трекинг Анапурна раунд, он, вообще говоря, не требует, ну, ничего. То есть не требует никакого оформления. Вы можете просто купить пермит в этот район, ну, опять же, он там в районе, может, 30-50 долларов, и все. И дальше вы можете идти сами, то есть там не нужен гид, там не нужно никакое сопровождение. Потому что, ну, конкретно этот трекинг, он достаточно популярный, то есть он тоже идет по Гималаям, причем идет, ну, я не была, девочка, которая была, вот она рассказывала, что идет, а начинаются тропики, потом поднимаешься выше, субтропики, потом поднимаешься еще выше, опять меняются климатические пояса, потом доходишь до перевала, там 4, не помню, или 500, или 600, в общем, самый высокий перевал. Там реально очень холодно, очень какие-то такие суровые условия, вот, и потом обратно в такой же последовательности спускаешься. Вот, то есть это супер трекинг, вот, если познакомиться именно с Гималаями, именно с их природой, да, их энергией. Вот, ну, опять же, чем он хорош, что гиды не нужны, никто не нужен, вот сам просто берешь и идешь, там стоят стрелочки, ну, или какие-то метки на камнях, опять же, там идет достаточно много людей. Вот, ну, и вот все эти трекинги, там есть гестхаус, то есть, ну, приходишь в какое-то очередное селение, там можно покушать, там можно остановиться на ночь, то есть все это у них уже продумано, распланировано. То есть просто с палаткой там, скорее всего, не встанешь, потому что дров нет, ну и вполне возможно, что этого сделать и не разрешал. Вот. А если вот так идти в этих гестхаусах останавливаться, то очень такой простой и на самом деле недорогой вариант. Вот. Если же обращаешься в туристическое агентство, они тебе обязательно предложат гида. То есть, ну, кроме того, что они там оформят нужные пермиты, все такое, ну, вот выдадут гида, который вас будет вести, вот, от гестхауса к гестхаусу, сопровождать и все такое. Ну, тут такой вопрос, нужен ли гид, ну, кому как, да? То есть, на самом деле, вот, непальские гиды, они супер, ну, по крайней мере, тот гид, который был у нас. То есть, он знал там все местные обычаи, все легенды. Вот что дополнительно можно посмотреть, то есть какую-то, ну да, вот можно пройти там и не знать вообще, что ну, тут сворачивает дорога немного туда, и там будет какая-то совершенно замечательная пещера или водопад, или что-то еще. Вот. Ну, можно, наверное, заранее самому очень детально подготовиться, ну, в общем, такой вопрос. Вот, то есть туристическое агентство дает гида, и он будет вас полностью сопровождать, там, решать ваши бытовые проблемы, решать языковые вопросы, потому что, ну вот не знаю, как на Анапурна раунд, но вот там, где мы были, в королевстве Ломанда, вот там уже высоко в горах с английским, конечно, менялось. Да? То есть если в Кохаре его еще знают, то вот там дальше и выше его уже скорее не знают. Ну, то есть какие-то элементарные вещи, там, типа купить, поесть, наверное, можно решить и самому. Но вот если какие-то с этим трудности, то гид это все решает, там поселяет, советует, где лучше и все такое. Вот. Но причем он советует именно, где лучше будет для вас. То есть не так, что вот тут мне дадут какие-то там чаевые, да, хозяин этого заведения, поэтому я пойду туда. Нет, он идет вот туда, где он знает, что там хорошо, там уютно, там его туристы отдохнут. Ну, в общем, мы шли с гидом, да. А вот это как раз один из этих, ну, пунктов контроля, на которых вы показываете, что у вас есть пермит, который вам позволяет находиться в этом районе в это время. Они его отмечают, и вы его храните всю дорогу, и потом, когда выходите, предъявляете им обратно. Вот, опять же, эти пермиты можно получить в турагентствах, которые находятся в районе Дургар-сквер. Может, можно еще как-то, ну, я вот это узнала. Вот. Но опять же, если вам нужен тур, и вы не хотите искать его прямо на месте, у них, ну, у многих из них есть сайт.
То есть можно с ними списаться, на английском они все прекрасно общаются, да, можно заранее вот эти все моменты обсудить. В любом случае это лучше, чем действовать через управленческих операторов. Такая у них жирность совершенно классная, вымогает огромное количество вот этих вот кос, они их там пасут, они такие веселые, там бегают. Такой знак как раз на нашу тему, да, что война — это не решение проблем, а дружба — это более надежный путь. Поскольку у них тоже забастовки, тоже, в общем, в социальном плане не все хорошо, вот у них такая полиция, вот это когда за Джонсоном. То есть, водители не едут, все стоит, есть полиция, которая непонятно, что делает, вот это вот первый буддийский храм. Если кто-то был, да, там, в Тибете или где-то еще, вот буддийский храм, у них такой типичный вид, да, то есть колесо кармы, возле которого два оленя, по преданию, это первые два ученика Будды. И обычно на храмах они присутствуют. Вот это уже какое-то селение их, то есть очень оригинальный способ заготавливать дрова. То есть они их затаскивают на крышу, вот здесь вот складывают, и они у них сушатся. То есть вот у них солнце светит, да, вот дрова лежат на крышу, вот так они их запасают. И даже не знаю, насколько правда, наш гид говорил, что у кого на крыше больше всех дров, тот там самый богатый, самый такой знатный, его уважают. Для меня это тоже вопрос, тут-то лезть на крышу туда положить, потом лезть его снять обратно, чего бы не положить на земле. Они делают так. Из этого Джонсона, там, собственно, часть людей поехала на мотоциклах, дорога закрыта, сразу появляются какие-то сервисы. Вот часть людей ездят на мотоциклах, вот они сами по себе ездят, они как туристам, давай садись сзади, я там тебя довезу. Нам из этого Джонсона надо было добраться в Мохтинак, это еще выше в горах, и оттуда уже начинался у нас трекинг. Можно было туда пешком идти где-то полдня. Часть людей поехала на вот этих мотоциклах, часть пошла пешком. В конечном итоге мы прибыли в Мухтинак. В таком виде там тоже есть гестхаусы. Так по географии немножко, то есть Джонсон — это административный центр вот этого района Ломантан. Этот район раньше был независимым королевством, и он был достаточно богатым, потому что опять же через него проходил торговый путь из Тибета в Непал и дальше в Индию. Вообще Ломантан переводится плодородная долина, что-то в этом роде, то есть у них там, хотя я не совсем понимаю, там горы, как они могут быть плодородными, но в каких-то местах у них есть, какие-то поля, и опять же они там свою самку и какие-то еще свои вещи выращивают. Так или иначе, это было независимое королевство, и в какой-то период времени они враждовали с Тибетом и решили объединиться с Непалом, получить защиту и поддержку. И потом этот Ломантан вошел в состав Непала уже как административный район, сейчас таковым и является. То есть столица Джонсона, и вот дальше он идет высоко-высоко в горы, и у него есть столица, в которой вплоть до 90-х годов был свой король. Когда в Непале упразднили монархию, этому королю тоже сказали, давай ты уже будешь каким-то культурным наследием, уже без реальной королевской власти. Никакая разница. То есть они как-то к этому просто относятся. Этот Мохтинак, из которого, опять же, начинаются трекинги, наш трекинг в Ломантан, из него идут еще какие-то другие трекинги. Потому что мы там встречали людей, которые из каких-то трекингов возвращались. Это совершенно вообще меня потрясло, это у них царский станок. Причем он не в музее, не где-то там на выставке. Реально человек за ним сидит и работает. То есть из этих цветных ниточек она делает шарфики, потом он продает. Будет ли тут фотка с живым человеком, сам факт. Вот это ее орудие труда. Неожиданно.
Вот. Значит, в этом же Махтинапе есть еще один буддийский храм, ну, он такой буддийский, в то же время индуистский. Вот. Он является местом паломничества многих индусов, вот мы там дошли, там индусов как раз встретили. Потому что там есть такое удивительное явление, когда огонь вырывается из-под земли, вот, и горит, а вокруг этого вода, то есть огонь горящий в воде, и вот они приходят, ну, ему поклониться. А вокруг этого храма находятся такие источники ледяной воды, да, ну, вот если кто-нибудь был в Рамешвараме, да, там тоже храм, но он на берегу Индийского океана, там жарко, там классно, там эти источники, в них тоже надо купаться, но там это комфортно, потому что там тепло. А тут достаточно холодно, ну, практически ледяные источники, и тоже считается очень благоприятно в них купаться. Ну, некоторые люди так и делают. Да, ну, вот это уже Гималаи, вот такие вот снежные вершины, восьмитысячники, иногда вот закапанный Донец. А вот, а вот это вот шерп. Ну, у них есть такая народность, шерп – это вообще название народности. Но со временем это стало таким нарицательным понятием, то есть шерп – это человек, который может нести большую тяжесть. Вот, многие, ну, туристы, да, которые там путешествуют, сгружают все свои вещи на шерпа, в результате у него вот такой рюкзак, это еще не самый большой, то есть он, не знаю, грамм по 50, наверное, может нести. Вот. И вот он идет, сопровождает группу и все это несет. Вот. Ну, вот там в Покхаре есть вообще такой музей гор, где история, как какие горы покорялись, что там происходило. Вот. И там покорение, ну, одной из гор рассказывает, что там приехала английская экспедиция, там разбили базовый лагерь и стали набирать шерпов, который будет тянуть там их оборудование, их снаряжение и все остальное, ну, в общем, следующий базовый лагерь. Вот, то есть, ну, для местных людей и на то время, и на это время, ну, это вот такой вид деятельности, да, носить тяжелые грузы по горам. То есть они потрясающе выносливы, ну, и при этом у них нет такого, ну, вот, какого-то чувства, что вот это им очень тяжело, что вот какая у них сложная жизнь, вот почему они так несчастны. Ну, идет и несет, и все нормально. Потом эти шерпы, ну, если они хотят, да, вот куда-то расти дальше, они могут получить, ну, какое-то образование, там, получить английский, получить лицензию, стать гидами. То есть они как шерпы, вот какой-то маршрут там проходят несколько раз, уже это знают, вот дальше он может по этому же маршруту уже идти гидом. Вот. Ну, на самом деле, конечно, тяжело, даже смотреть на него тяжело. То есть даже не только на плечах, но и так в колбу еще этот рюкзак привязан, и вот он его тянет. Вот. Ну, опять же, вот в туристическом агентстве, там, где мы крали тур, нам тоже пытались навязать услуги шерпа. Я не помню, сколько $10 в день стоило. Они нам говорили, да вы что, да там высота, да там 4000, вы там идти не сможете, не то, что свой рюкзак нести, вы берите обязательно. Вот. Ну, в результате мы им как-то так объяснили, все в порядке, вот, они от нас отвязались. Ну, и на самом деле там совершенно несложно было, потому что, ну, опять же, там есть гестхаус, то есть это не Крым, где нужно нести палатку, где нужно нести еду на 10 дней, там, теплую одежду, если это осенью. То есть там вот, в мае было уже достаточно тепло. То есть всю теплую одежду, которую мы взяли, мы оставили в Покхаре. Там, кстати, да, в гостиницах есть такой сервис, что, ну, ты идешь куда-то в трекинг, ты можешь все ненужные вещи оставить у них, они за это денег не берут, там все это лежит в хранится, да и потом приходишь, забираешь. Вот. То есть там, ну, идти можно днем, в принципе. Вот так можно было идти, но только желательно, чтобы руки были закрыты, потому что там большая радиация, чтобы ничего не обгорело. Вот вечером там можно было одеть. Ну там, кстати, да, сильные перепады, да, то есть ночью там достаточно прохладно. Но опять же, поскольку ты живешь в гестхаусе, а там есть одеяло, там есть все теплое, то в принципе из одежды там достаточно непродуваемую куртку какую-то под нее, там, свитер, или там фланелевую такую кофточку и все. И больше туда одежды не нужно. Ну, во всяком случае, на вот этот сезон майский. Вот. Поэтому личных вещей там совсем немного. То есть ты не несешь еду, ты, ну, несешь только какую-то одежду, и то в небольшом количестве. Поэтому услуги шерпа, ну, в общем, вполне без них можно обойтись.
рублей, безразличные ко всему. Я, конечно, поражаюсь. Вот там ночью реально холодно. Как он сидит? То есть он практически раздетый. И сидит он там и днем, и ночью, и вообще вот не движется, никуда не девается. То есть удивительные люди. Вот. Но это тоже вокруг храма, вот куча пирамидок построенных. А, вот, кстати, пример женщины, которая работает за этим татским станком. Да, такое у нее рабочее место. Вот, то есть, ну вот как раз с этого Мухтинака уже начинается, да, вот такая ихняя жизнь, как она была раньше. Вот. Ну и, собственно, оттуда начался наш трекинг. Да. И пошли мы к Гималаям. Вот. Ну тут сейчас будут горы. Горы, они в принципе на фото, наверное, ну, не производят, да, того впечатления, которое они производили бы, если бы вы шли там сам. То есть вот они совершенно удивительные, как Рэй писал, да, что Гималаи, они цветные горы. Я когда читала, я не совсем понимала, о чем. Там действительно есть места, где вот эта порода, она просто такого красного, бордового цвета. Где-то есть такого практически синего. Вот. Ну, то есть необычно. Ну, а растительность там довольно бедная. Ну, по крайней мере, вот в этот период, да, вот камни, какие-то там маленькие колючки. Ну, наш гид говорил, что в период, когда там идут дожди, там все это, в общем, меняется, там появляется зелень, там очень красиво, овцы пасутся и все такое. Ну, возможно. Для этого туда надо попасть летом, чтобы все это увидеть. Вот, значит, по ущельям текут речки, и над ними вот такие вот очень длинные подвесные мостики, тоже завешанные этими молитвенными флажками. Вот, этот ветер дует постоянно, очень классно. Он идет по этому мостику, он качается, можно на нем попрыгать. А, ну, кстати, да, вот в отношении одежды, то есть вот так вот. То есть в штанах жарко, там их можно вообще подпитать, вот такая курточка непродуваемая. В принципе, вот эта одежда более чем достаточно. Но вечером можно откатать штаны и подлить что-то потеплее. Вот, ну и ботинки трекинговые, ну, так же. Ноги не повредить и все такое. Вот. Вот это первый перевал. Вот он был, кстати, 4500. Причем, ну я вначале думала, что перевал 4500, это же там безнародное голодание, там все сложно. Ну, ничего подобного. За счет того, что мы постепенно набирали высоту, вот эта дорога там 2 дня, потом там еще полдня мы шли в этот Мухтинак, потом там ночь переночевали и пошли дальше. То есть тут это, ну, вообще было даже незаметно, что это 4500, что это набор высоты. То есть очень классно, очень комфортно. С другой стороны, в этом году, когда мы прилетели в Лхасу, то есть из Пекина, который, да, там на уровне моря, в Лхасу, который тоже там 4 с чем-то, вот первые несколько дней люди это чувствовали. То есть у них там то голова болела, то как-то им не очень хорошо было. То есть вот такая акклиматизация, но она несколько дней, потом уже все хорошо. Вот. Ну, я просто к тому, что если высоту набирать постепенно, то даже вот этих нескольких дней дискомфорта, ну, не будет. Вот. Значит, вот на перевалах, да, у них такая традиция, они из камней тоже делают вот такие башенки, вешают флажки, все это очень красиво и радостно. Вот такая у них растительность, лошади по сути, вот такие гималаи. Королевский дворец. Потом эта столица, там
Ну и потом все
в обратном направлении, то есть у меня обратный билет был, ну, грубо говоря, там, через 21 день после билета в Италию. Вот. Когда все это благополучно накрылось, ну, опять же, поскольку я, вот, то, что я очень не рекомендую делать, та ошибка, которую сделала я туда ехала через, ну, не то чтобы это именно украинский, но есть такой сайт рядом в Азии, да, который организует вот такие вот походы. Вот. Ну, что они организуют, то есть они занимаются получением пермит. Если кто знает, для того, чтобы попасть в Тибет, там нужен пермит китайского правительства, сам ты его получить не можешь. То есть вот если тебе нужен пермит, чтобы где-то в Непале пойти, ты приехал, сам его на месте получил, и это просто и все. Вот. А чтобы попасть в Китай, это нужно подавать заранее, там за месяц, и что-то такое. Ну, в общем, головная высотой. Вот, этот украинский оператор как раз занимался всем оформлением этого пермита. Вот. Ну а Китай, он такой, может дать, может не дать. Вот. Ты его потом подумал, да, нет, и надо было, нам этот пермит не дал. Причем это заранее было уже известно, что его не дали. То есть еще до того, как мы вылетели из Украины, уже было решение, что нам его не дают. Но наш чудесный туроператор, понятное дело, нам об этом не сказал. Ну, вернее, мне она сказала уже в последний день, что вот у меня уже вечером самолет, я там уже выезжаю в аэропорт, она говорит, ну, ты знаешь, а пермит не дал. Ну, не хочешь, можешь не лететь. Я такая, вот. Ну, а еще это турецкие авиалинии, эти билеты, ну, не поменяешь. Ну, думаю, уже что. Ну, мы поедем. Вот, то есть это заняло, в моем случае, 3 недели, ну, не потому что, да, так нужно было, потому что так получилось. Вот, то есть если идти конкретно в этот трекинг, то, ну, сам трекинг 10 дней, чтобы добраться туда и обратно, ну, я думаю, 2 недели вот на территории Непала это вполне достаточно. Вот, по деньгам, опять же, это было, ну, в моем случае достаточно дорого, ну, почему? То есть я нашла самый дешевый порох вокруг Кайлоса, вот, и как бы на это рассчитывала. А вот, наш же чудесный туроператор понимал, ну, на какую сумму мы рассчитываем, и именно на эту сумму нашел нам самый дорогой трекинг по Непалу. Исходя из того, что, ну, понятно, агентство, в котором она его покупала, ну, как-то тоже заинтересованы, чтобы они брали дорогие туры. То есть, ну, вот сам пропуск в это королевство Ломанган, он стоит 100 долларов. Ну, это, вы знаете, вот сначала я тоже была жутко расстроена, все такое, но потом я поняла, что это имеет какие-то свои преимущества. То есть людей там действительно ну, достаточно мало, туристов, да, то есть все, вот, Гималайи, дорога, местные люди и, в общем, ты вот, рядом с этим совсем. Вплоть до вот, позапрошлого года там даже транспорт был запрещен, то есть только пешком, только шерпы, там никаких машин, никаких джипов, ничего, ну, не нарушать экологию, не нарушать традиции, все такое, вот, чтобы все оно сохранялось. То есть ты вот имеешь возможность быть, да, вот в таком месте, где ну, немного людей и много природы. Вот, потому что даже Анапурна Рау, ну, я там еще не была, но вот те, кто были, говорят, да, все супер, природа супер, но там и тут мы чуть ли не строим, да, вот эта группа, следующая, там очень-очень много всех. Вот, ну, опять, Анапурна Рау, это гораздо дешевле, потому что не надо платить за фермит. Вот. Ну и опять же, можно не брать гида, можно не брать шерпу, то есть можно вообще ни за что дополнительно не платить, платить только за еду и начать. Вот. Но единственное, что еда, там, вода и все остальное, ну чем выше, тем становится дороже. Ну, такие правила.